Вот. Ну, в общем-то, так у нас получилось. Потом, что еще я хотела бы вам рассказать? А, и иногда периодически он... Не периодически, извиняюсь, я, в общем, уже заговариваюсь. Иногда он может сам собраться в садик, одеться красиво, так, причем красиво очень, так вот подбирает комплекты, мне очень нравится, и в общем, сам собирается в садик. Потом недавно еще было такое хорошее изменение, я забирала его с садика, и раньше он мог как бы за обувь вообще забыть и босы, как говорится, собраться выходить домой. А недавно он взял свои сандалии, еще так, там такое освещение сильно хорошее было, он взял эти сандалии и посмотрел, свои или не свои, вот так покрутил, и вот снова, покрутил, как бы вам это объяснить. В общем, он взял, и вот как человек, когда смотрит, мое или не мое, да, и вот, в общем, взял свои, правильно, и, говорю, раньше как бы он совершенно мог вообще боссом выйти на улицу. Вот. Давай, вот твои приборы бери. Обедает мужчина. Да, пожалуйста, кушай. Вот. Так, сказала. Так, потом недавно тоже шли гулять и одели новую эту футболочку, а на ней была бирка такая вот, видимо, колола, и он взял ножницы, подошел мне и попросил, вот так вот взял эту бирочку, срежь ее. Вот. Раньше, вы знаете, да, такие дети начинают кричать, верещать, падать и все такое. Вот. Стал насчет понимания речи, стал еще лучше понимать ее, более сложную речь, например, вот недавно заметила, вообще это все происходит таким вот, естественным образом. Нет, спасибо. Вот таким вот естественным образом, зайка,